Хочу я много знать и все вам рассказать. Флиппи! У-ху-ху-ху! Привет! Это я, Блиппи! Посмотрите, где я! А сегодня я в парашютном центре iFly в Сиэтле, штат Вашингтон! Это так круто! Да, парашютный центр! Да, обычно прыжки с парашютом — это когда ты прыгаешь из самолета. Ой, мне так страшно! И потом раскрываешь парашют и спускаешься на землю. Но сегодня мы с вами будем летать в помещении. Да, там есть гигантские вентиляторы, которые дают мощный поток воздуха и толкают его наверх. И вот ты сверху, и потом ты летишь. Да, мне не терпится попробовать. Идем! Привет! Добро пожаловать, Блиппи! У-ху! Спасибо, что пригласили! Что ж, поднимайся на взлетную палубу, там все готово! Ладно, тогда вперед! Зона осмотра взлетной палубы. Ого! Взлетная палуба должна быть наверху. Ого! Это так интересно! Ух ты! Вот она! Ого! Это взлетная палуба. Да, отсюда можно смотреть. А это? Это полетная камера. Ха-ха-ха! Я так взволнован! Ух ты, смотрите-ка! Внутри полетной камеры, похоже, много разноцветных мечей и пара игрушек. Эй, у меня есть идея. Что если мы запустим полетную камеру и посмотрим, какие предметы взлетят первыми? Идемте! Ой-ой-ой-ой, подождите. Нам нужна защитная экипировка. Эй, а что это здесь? А здесь у нас желтые шкафчики. Ух ты! Да, вот этот. Ладно, это у нас летные очки. О, какие милые! Защищают глаза. Отлично. И еще у нас здесь беруши. Вставляем их в уши вот так. Зажимаем. И в другое ухо. Вот, теперь готово. Так, теперь мы пойдем внутрь и посмотрим, какие предметы взлетят. Ого! Посмотрите! У меня здесь контейнер. И я увижу, какая из этих вещей взлетит первой. Похоже, у нас есть вот такие пластиковые мечи. Один синий, другой розовый. О, а это резиновая утка. Смотрите, и резиновая курица. Ладно, ой, посмотрите сюда. О, это большой баскетбольный мяч. Воу! Ну что ж, давайте включим воздух и увидим, что из этого летает. Вы слышите? Ого! Мечи начинают двигаться! О-хо-хо-хо! Ладно, я буду их собирать. У меня идея. Я сейчас вылью немного воды и посмотрю, будет ли она летать. Ха-ха! Готовы? Хо-хо-хо-хо! О-хо-хо-хо! Вы это видели? Они просто зависают в воздухе! Ух ты! Ха-ха! Пока-пока, капельки воды! Ха-ха! Они теперь летают там, высоко! Давайте еще. Ого! Ну еще немножко и потом секретная игрушка. О-хо-хо-хо! У-ху! Ха-ха! Ух ты! Ой, они попадают на меня! Ай! Я так промокну! Ладно, посмотрим-ка. Так, теперь. У меня здесь крутая брызгалка. Вот, смотрите. Я наберу в нее воды.
Вот так. Теперь она полна воды. Вы готовы? Ух ты! Обычно из такой брызгалки вода летит очень далеко. А теперь... У-ху-ху-ху! Уи! Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Хо-хо-хо! Здесь очень много воды. У-ху! Это было так здорово играть со всеми этими игрушками и смотреть, как ведет себя вода, когда воздух снизу сильно дует. Но это место предназначено не для игрушек, а для того, чтобы подняться в воздух и полетать нам самим. Так что узнаем, как это делать вот в этом классе. Ух ты! Так, что мы делаем? Привет, Блиппи. Мы посмотрим короткое обучающее видео, а потом отправимся летать. Отлично. Ладно, будем смотреть видео. Хо-хо-хо, крутое видео! Итак, Блиппи, теперь ты знаешь, как летать, так? Да, отлично. Думаю, да. Пара вопросов. Ладно. Что это? Выпрямить ноги. Верно. А это? Согнуть ноги. Так, а это немного верно. Расслабиться. Так, правило номер один. Подбородок вверх. Отлично. Похоже, ты готов. Пойдем наденем экипировку. Ладно. Возьми свой шлем, очки и летный костюм. Хорошо. Они вон там. Я сейчас надену всю защитную экипировку и потом... Можно будет летать! Да! Так, похоже, что мне надо много всего надеть. Здесь у нас мой летный костюм. Вот он. Это шлем. Летные очки. А это беруши. Итак, 3, 2, 1. Ху-ху-ху! Посмотрите! Да! Ну и как я вам? У-у-у! Я готов! Летать! Идем в полетную камеру. Вот это полет! Сейчас мы полетим и правда высоко! У-ху-ху! Это было круто! Так, а теперь полетит эксперт. Идем! Это будет интересно. О, посмотрите на всю камеру. Ух ты, она такая большая. Ну что, он начинает. Смотрите на него! Thank you.
О-хо-хо-хо! Это было так круто! Вы видели? Он летел вверх, потом вниз, и крутился, и болтался! Шучу, он не болтался, он оставался спокойным. Да, это было здорово! Мне очень понравилось! Когда я был там, то сильные потоки воздуха толкали меня в грудь и поднимали вверх. А когда я сжимался, то спускался вниз. Потом я распрямлялся и поднимался вверх. Да, потому что поверхность тела становилась больше. О, это было очень весело! Я обязательно попробую еще раз. Что? Блиппи, ты такой молодец. Вот твой сертификат. Ого! Будем рады видеть тебя снова. Попробуешь новые трюки. Что ты молодец. Летный сертификат. Удачи. Спасибо большое. Ух ты, у меня есть летный сертификат, потому что я совершил полет в iFly. Да! Мне очень-очень понравилось в парашютном центре iFly в Сиэтле, штат Вашингтон. Хо-хоу! Это было так круто чувствовать, как воздух толкает меня снизу и подниматься, и по-настоящему летать и парить! Ху-ху-ху! Это было очень здорово. Но на этом мы прощаемся. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто наберите мое имя в поиске. Произнесете его со мной. Готовы? Блиппи. Блиппи! Молодцы! Ну ладно, увидимся! Пока-пока! Хочу я много знать и все вам рассказать. Тот, кто учится, не соскучится. Блиппи! Привет! Это я, Блиппи! Смотрите, это динозавры! Смотрите, как много динозавров! Ух ты! А давайте вместе споем и станцуем! Песню о динозаврах! А когда вернемся, то... Вместе внимательно рассмотрим этих динозавров и узнаем, как они называются. Ух ты, будет так интересно! Людей на Земле раньше не было, и жили динозавры тут. Вам песню я об этом пропою, историй о них не счесть. Динозавр, динозавр, мой милый динозавр, 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 древний, древний динозавр. Древний стегозавр крупнее слона он был. Его мозг слишком мал, словно леденец. Трицератопс он три рога имел, сражался, как отчаянный храбрец. А брахиозавр покажет шею нам длинную, но вот голова его мала. Птеродактиль парил в небесах, огромные крыльев был размах. И как жираф высок и стоять прямо может он. Я удивлен. Динозавр, динозавр, мой милый динозавр. Велоцираптор быстр, и как волк в стае он живет. Элосмозавр лишь под водой обитал, теперь ты это узнал.
У анкилозавра хвост как молот тяжелым был, и тело как огромный крепкий танк. А у спинозавра на спине парус есть, посмотри, крокодил на него похож ведь. С нами тиранозавр Рекс, король динозавров он. Вокруг всех в страхе легко держал и рык ужасный издавал. Был свиреп, он ел только мясо всегда. Ты с ним столкнешься, будет беда. Только лапки вот так свисали смешно. По-моему, это забавно. Динозавр, динозавр, мой милый динозавр, 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 древний, древний динозавр. У-ху-ху-ху-ху! Песня о динозаврах такая классная! Смотрите, это игрушечные динозавры! Да, это мои игрушки! И я их люблю! Просто обожаю! Среди моих динозавров есть брахиозавр, как в песне! У него очень длинная шея! Ху-ху-ху! Как у жирафа! Но еще длиннее! Чудеса! А это трицератопс! О, смотрите, с тремя рогами на голове. Раз, два, три. Это стегозавр. Да, на спине у него пластины. О, стегозавр. Ух. Мне нравится стегозавр. Он рычал вот так. Да, это стегозавр. Брахиозавр, стегозавр, трицератопс. О, и еще два. Да, этот малыш, хотя он был не таким уж и маленьким, это велоцираптор. Велоцираптор. Он тоже был в нашей песне. А это король и королева всех динозавров. Тираннозавр Рекс. Да, также известный как Ти-Рекс. Потрясающий динозавр. Все эти динозавры очень классные и попали в песню Блиппи о динозаврах. Если ваш ребенок любит динозавров и хочет себе точно таких же, а это самые большие и красивые динозавры, которых я нашел, ссылка в описании. Пройдите по ней, я буду вам благодарен, так как это партнерская ссылка. Что ж, до скорых встреч! Ну ладно, пока! Ух ты! Видите? Это игрушечный снегоход! А это? Это же я, Блиппи! Мне так не терпится поиграть с этим снегоходом посреди этой зимней сказки! Откроем коробку и поиграем со снегоходом! О, вот так. Пока оставлю коробку здесь, я вернусь к ней позже. И заберу, когда мы наиграемся с нашим снегоходом. Этот снегоход оранжевого цвета. О, к нему даже идет в комплекте человечек. Да, вот так, еще немного и открутится. О, ого! О, вот и он! Ух ты!
Смотрите, тут даже гусеницы есть! Вот они! Жум-жум-жум-жум-жум! Ладно, давайте с ним поиграем прямо в снегу! Но прежде чем мы начнем, мне нужно одеться потеплее, потому что здесь очень холодно! Идем? Отправляйтесь за мной! Мы ненадолго, снегоходик! Ага! Ура! Первым делом я надену теплые штаны! Они оранжевые! О, ну что ж, надеваю. Смотрите-ка на меня! Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу! Да! Фу! Теперь уже снег мне не страшен! Ладно, наденем еще что-нибудь! Ха-ха! Что я нашел? Это мои ботиночки! О! Они синего цвета! Да! Как всегда, синий и оранжевый. Итак. Как я упал! Было смешно! Ну что ж, теперь на мне эти оранжевые штаны и эти синие ботинки! Да! Можно ходить по снегу, кружиться по снегу! О-о-о! Воу! И даже падать на колени в снег! Ладно, посмотрим, что еще! О! Да! Класс! Это моя зимняя куртка! Тепленькая! Ага! В ней будет тепло! Ее нужно надевать в мороз! Вот так! Ух! Да! Так-то гораздо теплее! Не терпится поиграть с моим игрушечным снегоходом! Все ли я застегнул? Знаете, что еще нужно? У меня есть куртка, есть штаны, ботинки. А что еще осталось? Ой, ушам-то прохладно. Да, мне нужна шапка. Идем. Посмотрите, это же Блиппи шапка. Видите? B-L-E. П-П-И! Это же я сам! Блиппи! Ладно, надену свою Блиппи-шапку! Ого! Вы посмотрите! Блиппи-шапочка! Куртка! Штаны! И ботинки! Мне так тепло! Погодите! Шея очень мерзнет! Поищем-ка еще что-нибудь! О! Да! Это очень длинный кусок оранжевой материи! У-у-у! Посмотрите-ка! Ха-ха-ха! Это же шарф! Посмотрите, как надо! Обернули и засунули прямо внутрь! Фу! Застегнем! Пс-с-с.
И теперь моей шее тепло. Да, моей шее, телу, ногам, 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 ступням, ступням, ступням. А как же руки? Да! Да! Поаплодируем вместе. Ладно, это перчатки. И цвет у них оранжевый. Обожаю оранжевый и синий. Фу, как же замерзли ручки. Но теперь... Да, им стало тепло-тепло. Вот так, одно я надел. Теперь осталось надеть вторую. А как только мы ее наденем, мы отправимся играть с моим снегоходиком. Ох, бедные ручки. Сколько же здесь снега? Ого! Что ж, вернемся к нашему снегоходику. Что ж, смотрите поближе. Ух ты! Какой же у нас снегоход! У снегоходов есть лыжи спереди. Они скользят по поверхности. А сзади у них есть гусеница. Она толкается от снега, создавая с ним трение. Готовы? Сейчас я построю трамплин. Вот так? Да? Ну что, ты готов к прыжку, снегоходик? Да, готов. Ладно, готовьтесь, он полетит туда. Три, два, один. Давай-ка еще разок. Три, два, один. Вы видели? Ух ты! Этот снегоход такой классный! Смотрите! Зимние сказки. Снег такой белый, зеленые ели. Вы посмотрите на те деревья. Они кажутся маленькими. Они едва заметны. А посмотрите туда. Ого! Если подойти, деревья, они такие большие. А когда они вдали, кажутся маленькими. Забавно, да? Они же одного размера. Вы стойте тут и смотрите. Смотрите! Я был большим, пока был рядом с вами. А теперь я стал маленьким, потому что я далеко от вас. Ого! А деревья-то какие большие!
Подойдите, они станут еще больше! Когда вы были далеко, я оказался вам маленьким. А зато теперь я очень большой! А деревья-то какие, когда мы с вами подошли близко? Ого-го! Они очень высокие! А посмотрим на те маленькие. Видите? Они так малы! Ладно. Деревья – это круто! Но снегоходы – это не менее круто! До новых встреч! Мы с вами в зоопарке Point Defiance в городе Такома, Вашингтон. И сегодня мы с вами увидим классных животных! За мной! У меня есть пропуск. Вот так. Эй, идем. Это будет потрясающе. Да. Началось. Ребята, это Синди! А это кто у нас, Синди? Тихоокеанская сельдь. И мы сейчас пойдем кормить пингвинов! Видите, как сильно мы пригнулись? Это все для того, чтобы не напугать пингвинов! А какой это вид пингвинов, Синди? Это Магелланов пингвин. Многие думают, что им нужен снег и лед. Но этот вид живет в Аргентине и Чили. А там климат примерно такой же, как здесь. Аргентина и Чили? Они любят плавать, правильно? Верно. Они всю зиму проводят в море. Они умеют быстро плавать. И им нужно плавать быстро, чтобы суметь поймать рыбу, которой они питаются. Вроде этой. Взгляните сюда. Это же белый медведь! Они живут на севере, и они белые! Этого мишку, да, зовут Борисом! И ему 31 год! Бориса спасли из цирка, передвижного цирка в Мексике! Этим медведям необходим лед, тогда они смогут охотиться и ловить тюленей в Арктике. Поэтому нужно заботиться о нашей планете, чтобы у белых медведей было много льда. Ого! Борис такой красивый! Ух ты!
видите? Да, это тигр. Мяу. Это очень крупная киса. Это суматранский тигр, если быть точным. И в дикой природе их осталось всего около 300 особей на всей планете. Здесь, в зоопарке Point Defiance, этот тигр представляет свой вид. Ну а это Сара. Привет. Сара, а кто это у нас тут? Это наш Гонза. Он представитель четырехпалого муравьеда. Мы тренируем его для выступления на шоу диких удивительных существ, премьера которого состоится этим летом. Привет, Гонза! Итак, что мы будем сейчас делать? Ты мне поможешь научить Гонза есть этот ванильный йогурт из трубки. Ладно, итак, так. Уверена? Тебе это должно понравиться. Держу. Поднеси трубку прямо к его носику. Ладно, подношу. А он будет втягивать в себя йогурт при помощи своего супердлинного язычка. Надо же, какой у Гонза длинный язык! Ну как? В природе Гонза, конечно же, не смог бы есть йогурт. Он бы ел муравьев. У него огромные когти, которыми он может разорять муравейники и термитники. А длинным языком он бы собирал насекомых оттуда. Класс! Должно быть очень вкусно. Да. Гонза провел с людьми всю свою жизнь. И когда он попал к нам, мы сразу начали готовить его к выступлению. Поэтому ему вполне комфортно, когда мы рядом. Да. Ты такой славный и веселый муравьедик. Как дела? Неплохо. Что делаешь? Я готовлю еду для сурикатов. Для сурикатов? Я обожаю сурикатов. А что еще будем делать? Я хочу подготовить им развлечение. Ты поможешь? Да. Отлично. Так. Давай пройдем к вольеру. Ладно. И что нам нужно? Нам нужно дать животным выбор. Занятия, игрушки, прямо как детям на площадке. Звучит здорово. Обожаю игры. Предоставим им выбор. Ладно. Давай положим эти шарики в синий бассейн в вольере. Ладно. Итак, шарики в бассейн. Понял? Ого! Вы посмотрите! Мы с вами в вольере, том самом месте, где играют сурикаты. Ух ты! Ладно, вернемся к делу. Шарики в бассейн. Так, угу. Надо потянуть, раскрыть. Как же будет весело наблюдать, как сурикаты играют с шарами, которые мы насыпем. Вот так. Второй мешок. Ого! Ну, вот и все. Спросим, что надо сделать дальше. Вот, пожалуйста. Спасибо. Что еще нужно? Вот еще игрушки. Положи их, пожалуйста, в вольер тоже, ладно? Ладно. Куда их поставить? Куда пожелаешь. Вот это здорово. Куда бы их деть? Ну же, идем. Посмотрим-ка. О, ну-ка. Думаю, желтый шар пойдет. А, видите? Сюда и поставим. Ха. Теперь... Идем за мной. Положим розовый. Скажем... Ну вот, например, прямо сюда. По соседству с желтым. А огромный красный шар положим туда, с той стороны от дерева. Я словно сурикат, да? Спросим, что еще нужно сделать. За мной. Ну как, это все? Нет, пусть будет еще веселей. Добавим к развлечениям немного вкусняшек. Это мучные черви для сурикатов, а не как конфеты. Вкуснятина, смотрите! Ням! Ну, а куда мне их положить? Давай, знаешь, добавь немного в шарики. Ладно. А если захочешь еще куда-нибудь положить, то и пожалуйста. Хорошо, у нас получится игра в прятки. Мы положим вкусняшки тут, а сурикаты их будут искать. Идет? Да? Раскидываем шарики. Добавим червей
прямо на шарике. Как же будет весело. Вот так. О, готово. Еще немного осталось. Положим прямо сюда. Вкуснотища. А остальные выспим сюда. Супер! Мы готовы. Ну что, на этом все? Молодец, Блиппи, давай запускать. Хорошо. Верблюд-дромадер. Его зовут Винчестер. Верблюды-дромадеры живут в Африке. Если вам есть 3 года и вы выше 90 сантиметров, в Point Defiance вы сможете на таком покататься. Он такой мягкий. Ух ты! Сейчас мы с вами в центре морских открытий, и перед нами очень много морских животных. И их даже можно потрогать. Видно? Трогать можно, но только одним пальцем, ясно? Посмотрите-ка! Было страшно. Как страшно. О, а это улитка. Привет, привет, малышка. И тебе привет, привет. Надо же. О, посмотрите сюда. Одним пальцем. Вы это видели? Чуть не прилип к пальцу. Давайте подойдем сюда. О, смотрите, какой большой. Ну как, вы готовы? Прилипает к пальцу, такой мягкий. И еще одна. Это морская звезда. Ух ты. Вот это да, такая твердая. Так здорово! И все они живые! Они настоящие! Они мало двигаются, но двигаются. Очень медленно! Как мне нравится в морской лаборатории! Да, мы идем на карусель! За мной! Приветик! Здесь будет очень весело! Видите? Это карусель! А здесь? Это панель управления! Она включает карусель! И у меня есть ключик! Вставляем ключик сюда! И... Ого! Сколько же здесь животных! Да! Лошадка! Лягушка-древолаз! Еще кони! О, и белый медведь! Мы его с вами видели! А вон зебра! Вы видели зебру? А свинья! Тигр! О, а вон муравьед! Ну что ж, думаю, нам пора и самим покататься. Идем! Но для начала нужно выбрать животное. Подождем, пока остановится. Идем сюда. А, постойте, зебра! Не уверен, что хочу ехать на зебре. Кто же еще есть? Лошадка? Белый медведь? Борис, привет! Как же весело! Ну что ж, это лягушка. Да, лягушка-древолаз. И я хочу покататься именно на ней. Надо пристегнуться. А когда пристегнусь,
Ой, надо ослабить немножко. Так, готово. Теперь можно и в путь. Поехали! Видите, мы едем по кругу, а также движемся вверх и вниз. О-хо-хо-хо! Привет, лошадка! О-хо-хо-хо! У-ху! Наша лягушка-древолаз ярко-желтая! О-хо-хо-хо! Просто красота! Мы сейчас в красивом парке. И вот что у нас есть. Ням! Прекрасный завтрак. Виноград. Малина. Клубничка. Еще есть овощи, сэндвич, крекеры. Но мы их съедим попозже. Пойдем играть. За мной! Класс! Здесь в парке так красиво! Эти растения, они просто растения, но какие красивые все! Просто зеленая сказка! Они пахнут свежестью! Ого! Эй, я проголодался. Перекусим еще? Класс! О! Ой! Кто съел весь мой завтрак? О, нет! Завтрак исчез! Эй! Полицейский! Полицейский! Привет, Блиппи! Что случилось? А, мой завтрак был здесь, я его ел, такой вкусный. Потом я отошел рассмотреть растения. А когда вернулся, то все пропало! Придется это расследовать. К счастью, я взял набор детектива. У меня есть идея. Ты поможешь, Блиппи? Я с радостью, о, да! У меня есть для тебя жетон. Ух ты! Ого! Класс! Посмотрите! На нем мое имя! О, я польщен! Ой! А это что за чудеса? Полицейский велик? Я посмотрю? Ну, конечно, Блиппи. О, круто! Так, посмотрите. Шлем. О, класс. Он для безопасности. Ладно. А тут, посмотрите. Что это у нас тут? Фонарик. Бип-бип-бип. Вот здесь руль. А здесь первое колесо велосипеда. А там второе колесо велосипеда. Еще есть педали и подножка. Давайте ее поднимем. Да, посмотрите, он сказал, это настоящий набор детектива для расследований. Это поможет нам найти мой завтрак. Но сначала мы едем кататься. Ого! Ой! Ой! Это было так здорово! Хороший велосипед. Да. Но надо начинать расследование. Как считаешь? Да, я согласен. Сейчас нам бы очень помог К-9. О, К-9? Это у полицейских означает собака. Офицер Фиджекс, пришлите К-9. Получилось. У собак очень чувствительные носы, и во время расследования они здорово помогают полицейским в поисках людей и улик. Получилось, он нашел улику.
детектив Блиппи. Вот улика, которую нашел К9. Ого! Ух ты! Это стакан! Это же мой стакан! Я налил всю воду в него! Как он здесь вообще оказался? Ха! Есть стакан. Что дальше? Надо собрать улики. Нам понадобится набор детектива. Первым делом мы возьмем специальную ленту, чтобы оцепить место. Ладно. Ого, спасибо. Ого! Ух! Здесь сказано «Место преступления. Проход запрещен». Ой! И вокруг бампера. Вот так. И завяжем. Завяжем. Еще. Почти есть. Молодец, Блиппи. Спасибо. Итак, мы все оцепили. А теперь? Ты молодчина, Блиппи. Спасибо. Сейчас мы сделаем фотографии с линейкой. Ладно. Ага, давайте. Итак, это линейка. Кладем ее на землю рядом с уликой. Еще у нас есть камера. Я ее включу. Улыбочку! Ой, ты такой красивый стакан! Так, покрупнее. Ладно. Выключаем. Держите. Итак, мы сделали фотографии. Теперь мы должны забрать улику. Ладно. Но первым делом надеваем перчатки, чтобы не оставить свои отпечатки. Ясно. Ладно, вот. Мы надеваем перчатки. И первая перчатка синего цвета. И вторая перчатка. У меня тоже синяя. Так, я в перчатках. Что дальше? Итак, ты в перчатках. Теперь можно убрать улику в пакет. Ладно. Специальный пакет. Поднимаем его. Вот так. Итак, кладем в пакет. Прекрасно. Стакан в пакете. Дальше. Ты молодчина. Сейчас нам надо отвезти его в участок, чтобы все оформить. Хорошо, а как мы поедем? Но надо вызвать мотоцикл. Офицер Фичекс, нам нужен мотоцикл для перевозки улик. Ладно, тогда я встречу мотоцикл. Он уже в пути, Блиппи. Понял. Ху-ху-ху! Ого! Посмотрите! Класс! Полицейский мотоцикл! Его мы будем использовать для перевозки улики. Эй, смотрите! Класс! Вот это да! Ладно, пакет сюда. Кладем улику в багажник этого мотоцикла. Ладно, улику положили. А вот здесь есть отделение для компьютера. Видите? Это компьютер. И принтер тоже. Что это? Смотрите! Нарисован я! Очень похож. Ладно, убираем назад. Классно. Тут столько всего интересного. Сначала я на него сяду. Ого! Наш мотоцикл такой большой! Гораздо больше, чем стандартный мотоцикл. Ладно, покажу-ка я вам это. Да, сначала посмотрим на это. Это ручной радар. Видите? Его используют для измерения скорости движения на дороге. Нужно соблюдать скоростной режим на дороге, потому что это залог безопасности. Что здесь? Что еще показать? Да! Мигалки! Огоньки! Готовы? Да! Красные и синие! Это чтобы все вокруг знали, что дело срочное! А что еще используют, чтобы все вокруг знали, что дело срочное? Это сирена! Включаю! У-ху-ху! Очень громко! А еще есть гудок! Да! Затем полицейский на мотоцикле отвез улику в полицейский участок.
Ого! Итак, мы в комнате для улик с нашей уликой. Привет, как дела? Привет, хорошо. Это улика. Что будем делать? Будем искать отпечатки. Ладно, и как это делают? Надо надеть халат. О, халат? Ого! Да, он синего цвета! Класс, люблю синий цвет. У меня два любимых цвета. Первый – это синий, ну и оранжевый. Ладно, так, я надел халат. Что дальше? Нужны перчатки. О, перчатки, они... Да, они же здесь. Сейчас... О, посмотрите! Синие резиновые перчатки. Итак, нужно надевать их так, чтобы потом не оставить свои отпечатки на уликах. Ладно, итак, я надел перчатки. Что дальше? Теперь надо раскатать эту бумагу. Ладно. О, вот так, спасибо. Ого, бежевого цвета. Эй. Вот так, да. Теперь подойди ко мне сюда. Ага, ладно, хорошо. Так, да, у нас есть пакет, есть бумага на столе и перчатки. Что еще надо? Нам нужны инструменты. Ладно, посмотрим. Сначала мы возьмем порошок. О, вот это да, порошок черного цвета. Хорошо. Дальше нам нужна кисточка. Надо же, какая кисточка. Ого. Ну, и что будем делать? Достань стакан из пакета. Ладно. Уберем. Так. Так. Теперь окунай кисть в порошок. Ладно. Не сильно. Ладно. Набрал порошка. Видите? Дальше. Вводи по стакану кисточкой, будто фея, танцующая на озере. О, фея, танцующая на озере. Мне нравится. Вы смешная. Вот так. Посмотрим. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ладно. Ого, я что-то вижу. Ого, надо же. Ладно, давай мне. Хорошо. Дальше. Тебе нужен проявитель. О, проявитель? О, проявитель похож на наклейку. Вы поддержите его? Да. Ладно, сейчас открываем проявитель. Вообще он очень липкий. Ну и прикладываем здесь. Ого, прекрасно. О, ладно. И теперь оторвать? Да, отрывай. Хорошо. Да, вот так. О, о, о! Получилось! Классно! И закрываем его как книгу. Посмотрите! О, мы сняли отпечатки со стакана! Да, пропавший стакан! Ладно, ну, вот это вам. Хорошо. Теперь что делать со стаканом? Так, а стакан нужно положить обратно. Ладно, я пойду возьму пакет. Да. Так. Так, так, так. Да, вот он здесь. Бумажный пакет. Пожалуйста. Так. Ага. А дальше? Мы заклеим пакет специальной лентой. О, ладно, лента для улик. О, так, проверяйте. Я заклеиваю. Запечатаем. Вот так. Я закрыл. А дальше? Нужно подписать. О, подписать. Назовите мое имя. Готовы? Б-Л-И-П-П-И. Блиппи! Молодцы! Ладно, убираем фломастер. Наши улики полностью упакованы. Теперь отправим их на хранение. Ого, я пошел! Что это? Привет! Блиппи! Эй, я принес вам улики. О, спасибо. Готовые результаты по отпечаткам. О, ого. Посмотрите, это же фото енота. Так енот съел? Во! Смотрите! Да! Это большая красная машина. Но, фу,
Она такая грязная! Вы же видите, какая грязная эта машина? Вау! О, смотрите! Здорово! Аквариум! А давайте наполним его водой, добавим чуточку мыла и затем отмоем нашу машину. Да! Давайте заполним его водой. Мне так тяжело. Ну все, наполняем. Отлично. Круто. Мы наполняем аквариум водой. Привет! Воу! Как много воды! Воу! О, смотрите! Воу! Смотрите! Машина примет ванну! О, автомойка! Да! Вода брызнула мне в глаз! Все? Ух ты! Воу! Было очень тяжело. Да уж. Вы меня видите? Привет! Смотрите, какая прозрачная вода. Прекрасно. Сейчас мы опустим машину в воду и как следует ее отмоем. Но сначала, ой, нам нужно мыло. Устроим машинке пенную ванну. Мыло внизу. Оно тоже очень тяжелое. Я пошутил. Смотрите, оно легкое. Я просто притворился, что оно тяжелое. Ну все, давайте добавим мыло. Хорошо. Ого! Мыло теперь в воде. Отлично! Мы получили чистую мыльную воду. Пришло время помыть нашу машину. Теперь вы и я вместе скажем «Блиппи автомойка» три раза подряд. А потом я опущу машину. Хорошо? Готовы? Блиппи автомойка! Блиппи автомойка! Блиппи автомойка! Правда, это крутая машина? Раньше она была такой грязной. Смотрите, вся грязь осталась в воде. Вот это большая красная машина. Теперь видно ее цвет. Да, этот цвет красный. Так, а теперь давайте-ка отмоем по-настоящему большую красную машину. Привет! Смотрите, что это! Ух, огромная красная машина, и она жутко грязная. Сегодня мы ее отмоем до кристальной чистоты. Идем! О, посмотрите на эту грязь! Фу, она грязная. Но прежде чем ее отмывать, давайте сделаем ее еще немножко грязнее. Вот! О, это мука! О, да! Ого! Смотрите, какой грязный становится машина! Отлично! И еще немного на кузов!
Смотрите, целая горсть! Ладно, последний раз я брошу муку с большого расстояния. Давайте отойдем. Так. Поберегись! Ну все, муки достаточно. Хорошо, посмотрим. Давайте сделаем ее еще чуточку грязнее. Я знаю, с помощью чего. О, да. Острый соус. Я обожаю острый соус. Давайте выльем соус на машину. Но раз он мне так нравится... Остро! Остро! Помогло! Кетчуп и горчица. Ну все. О, было очень остро. Это кетчуп и горчица. Идем, поливаем. О, и на колеса тоже. Хорошо, куда еще? О, я придумал! Возьмем желтую горчицу и нарисуем веселое лицо. Готовы? Он улыбается! А теперь возьмем красный кетчуп и нарисуем красное сердитое лицо. Готовы? Это так весело! Отлично! Теперь нам нужны монеты, чтобы помыть нашу машину. $5. Хорошо. Просовываем в отверстие. Слышите? Да! Вот это да! Ого! Хорошо, наши монетки! Идите за мной! Так, давайте посмотрим. Это круглая шкала, мойка под давлением, воск под давлением. Вот, хорошо. Так... Нужно больше монет. Бросим их туда. Отлично. У меня еще есть монетки. Ну, вы готовы? Ух ты! Ой! Побежали на ту сторону! О! 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 Оу! У-ху-ху! Как водный пистолет! Очень мощный! Готовы? Оу! 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 Да! Она становится чище! Почти отмыли. Ой, берегитесь, не промокните. Идите сюда. О-о-о-о! Хорошо. Я положу его на место, а вы стойте здесь. Мы будем мыть машину вручную. Подождите здесь. Блиппи! С помощью водного пистолета мы почти ее отмыли. Но давайте сделаем ее чуточку чище вручную.
Смотрите, здесь у нас ведро и жидкое мыло. Хорошо. Отлично. Да, зеленое мыло. А тут... ведро воды. Ого. Да, готово. А это предметы для мытья. Вот они. Это полотенце. Отлично. Смотрите, горчица и кетчуп. Так, опустим в ведро. Это щетка для дисков и покрышек. А вот это... Это для крыши, куда трудно дотянуться. Но это потом. Так, сначала идем. Ведро с водой такое тяжелое. Хорошо. Ну все. Приступаем. Берем тряпку и начинаем тереть вот так. Хорошо. Еще немного мыла. Посмотрите. Смотрите, какая вода мыльная. Хорошо. Помоем бока. Да. Так. Нужно смыть желтые и красные разводы, потому что здесь остался кетчуп и горчица. Вот тут еще немного. Смотрите, готовы? Хорошо. Все. Отлично. Пятимся к кузову. Колесо нужно отмыть. Возьмем щетку. И ширк-ширк-ширк. 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 Я люблю мыть внедорожники. Ширк-ширк-ширк-ширк. Ширк-ширк-ширк. Ширк-ширк-ширк. Ширк-ширк-ширк-ширк. Хорошо, почти все. Колесо стало чистым. Осталось напоследок ополоснуть машину. Но сначала... вы помните ту длинную швабру? Возьмем ее. Вот она. Да, смотрите, какая губка. Идем. Обмакнем в мыльную воду. И... помоем сверху. Крыша так высоко. Все. Так. Кажется, мы отмыли всю грязь. Так что нам осталось сделать только одно. Напоследок ополоснуть машину. Отлично. Ополоснем машину водой. Напоследок. Хорошо. Поехали. И колесо не забудем. Отлично. Внедорожник снова чистый. И я хочу сказать... Ребята, пожалуйста, не пачкайте машину родителей специально, как сделали мы. Мы сделали это для видео, потому что машина должна была быть очень грязной. Что ж, мне было интересно мыть большую красную машину вместе с вами. Ну все, пока! Хочу я много знать и все вам рассказать. Тот, кто учится, не соскучится. Блиппи!